Всем здравствуйте! Снова на водоеме. Время где-то без 22 примерно пришел. Разбурился. Закармливаться не стал, потому что надо будет менять позицию. Потому что был я тут в пятницу, сегодня понедельник. Кто-то тут тоже ходит и ловит. В общем, в одних и тех же лунках мы теперь ловим. Да ладно, в разное время мы попали. А если попадем в одно время, кто-то же останется ловить, а кто-то нет. Тоже закормлено. Первые разы никто ничем тут не кормил. А вот когда вчера или позавчера кто-то был, тоже прикормил. И будем спорить, кто кого кормил, тоже неинтересно. Так что буду, наверное, когда выходить домой, пригляжу какое-нибудь новое место, новую какую-нибудь плеску. Там есть еще две маленьких по пути до этой. Если там не травой заросшая, то, наверное, буду перебираться туда. Он пока как-то вот так вот, как обычно, надеяться будем на трофей. Когда-то мы его должны поймать. Первая поклевка. Эх, это замерзшая шкурка. Чемодан на улице был. Жесткая. Они сейчас, наверное, неохотно ее будут хватать. Сейчас, наверное, палец отрежу, на палец будем пробовать ловить. Пока руки у меня еще не замерзли, можно какие-нибудь процедуры с крючками или с наживкой провести. Вот первый ротанчик. Вот таких размерчиков. На палец все-таки я, короче, решил ловить. Поярче, поинтересней. Вот он, ребятки, трофей на сегодня. Как Александр прямо вчера пришлось сделать. Ах, ротанчик такой, ну не знаю, грамм 450-то, я думаю, будет весить. Меряем. А, Нина, не хватает его до сюда. Может, в районе 500. Где-то около этого. Эх, взял, выплюну в конце. А если больше клюнет? Время где-то 15-10. Это четвертый ротан. Хороший. Ой-ой-ой. Тут же со всех сторон крючки. Вот, ухватился этим и тройником. Какая-то поклевка проходит, а никак не могу выцепить. В общем, ротана. Поймал всего 5 штук, наверное, или 6. Время уже где-то 3:30.
никак. Иду только на второй круг. В общем, по лункам. Как-то слабо, слабо вообще клев. Очень слабый. Но ротаны, правда, такие средние, хорошие. Мелкого пока не было. Ну и поймал-то я, наверное, штук 6 или 7 всего. Как-то вот так вот. Добавил тут еще несколько кусочков шкурки. Тоже с лапки. Иду на второй круг. На лунку, где поймал сегодняшнего трофея. Как-то сегодня на палец прямо, ну никак не поймать. То ли дело тогда, когда обрыв был, прямо они на него рвались, сами хватали. Сейчас бывает, поклевка проходит с лунки. Ну и потом все, то вообще никого. Так, дергает тоже резко, а не подсекается. Сейчас оденем шкурку, будем пробовать перехитрить, может помягче будет. Может косточка как-то не дает, или фиг его знает, что сегодня не так с этой рыбой. Какие-то блесенки купил вообще ни к черту. Сейчас хотел попробовать перенасадить. Тебя обломилось так, в прошлый раз вот так. Так, на вообще в камыш выбросить. Вот такие дела. Эх, попробуем сейчас вот такой двойничок маленький. На все тот же палец. Может быть, это сработает. Осталась у меня одна большая блесна, оказывается. Из четырех одну оторвал. Две сломал. Блин, легонькая мне. Надо что-то потяжелее. Почти удочка ее не чувствует. Клевочка на шкурку. Одел небольшой кусочек. Может, есть мелкий ротан. То, что до этого почти в каждой лунке поклевки были. А на часть пальца не получалось поймать. Все, был, видимо, один. Эх, камыш зацепился. В этой лунке поклевки были, но ни одного еще и не поймал на третий или на четвертый раз иду. В лунку пытался заглядывать. Видно плохо размеров каких, но мне казалось, такой нормальненький ротан.
А может быть, вот это, вот этот вот и был. Просто казался покрупнее блесны, а этот с блесну. Льдина какая, какой кусок льдины. Вот, хорошенький. Небольшой, но хорошенький. Удочка 20 сантиметров у меня. Он метров 18. А, солнце. Скоро будет к камышу спускаться уже. Еще крупнее выйдут. Надеюсь. Тоже такой хорошенький ротанчик. Солнце у нас все прячется за камыши. Ждем крупной рыбы. Такая грубая рыба, неплохая. Грамм в районе 300 однозначно будет. Ждем еще крупнее. В общем, вот 4 штуки поймал уже за заход. У остальных, наверное, еще больше будет и крупнее. Ловим дальше. Сразу поклевочка еще одна была. Вот он, тоже неплохой. Тоже неплохой, тоже в коллекцию. Что, еще есть, что ли? Не выключать камеру. Угадал, видимо, подошел, когда в нужное время в нужной лунке оказался. У остальных может быть так же, а может быть и нет. Я склоняюсь к тому, что он идет, проходит буквально за какое-то короткое время.
по своим делам, и все. Либо надо узнать, куда он идет. И откуда желательно. Подошел, это у меня, наверное, 6-й заход к этой лунке. До этого только было 2 поймано. А сейчас раз, сразу и 6. Интересно. Чем больше провожу на рыбалке, на ловле ротанов, тем все больше вопросов к этой рыбе. Ну все, наверное, кончили. Сейчас пойду вон к полторашке. Ну что, верим и надеемся, что тут трофей. Также я сюда подходил, получается, 6 раз, наверное. 2 штуки было тоже поймано. И вот за 5 минут еще 2. Просидел я уже 3,5 часа здесь, наверное. Вот и думай потом, что ротан за рыба. Проще всего ее поймать или не проще ее всего поймать. Так, ладно, пока отключаюсь. Может, будет что-то крупное. Размерчики. Последний, наверное, заход по лункам, может быть, еще один получится, не знаю. Стемнеет уже быстро, где-то без 25 время. Все, видимо, нету рыбы. Этому надо-то вот одного такого заглотить, и все. И можно обратно уходить. Пока на круг иду, наверное, у них уже время еды закончилось. Ну, потом засниму итоги. Вот еще один такой хорошенький ротанчик клюнул. Второй всего с лунки за весь день. И как бы размерчик такой порадовал. Вот так вот. Здесь вообще ни одного не поймал за весь день. Сейчас вот поклевка была. А когда-то эта лунка неплохо ловила. Даже в какой-то день тут был самый крупный. Но, видимо, не сегодня она. Место рабочее. Рыба тут бывает. Но почему-то не сегодня.
поймал я все-таки с этой лунки. Вот таких средних размеров ротана. Не в ноль по ней закрываемся. Не в ноль. Два брата, видимо, одинакового размера. Один к одному. Ну, вот так вот. А весь день ни одного. Бывает. Ну что, рыбалку я закончил. Время 17:26. 44 штуки. Вот самые крупные. Вот этот, самый здоровый. Потом, наверное, вот этот. Под конец его поймал, еще почти не замерз. В общем, вот так этот. Последних, наверное, штук 6 поймал, фонариком в лунку светил. И он как бы особо не пугается. Видно, как берет. Ну, вот так вот, не знаю, плесу, скорее всего, буду менять. Мне интересно, когда так на одних лунках. Я кормлю, кто-то кормит. В один день, чтобы не попастись нам. И без рыбы кому-то не остаться. Будем, наверное, искать новую. Так что вот так вот. Всем пока.